470 белки, потому что 10 красных заводчиков,
блин, такие деньги заплатить невозможно. Это просто 10 раз. Флеш нормально поварил, вот, может быть, черный, но поварил нормально. Два непонятные, тут я с вами согласен, просто непонятные. Вот, ну, 4, блин, она поварила нормально, потому что она показала, что 10 раз просто хорошо выставила. Я думаю, что это неправильно, то есть она не должна была это делать. Ну, я не знаю, из-за чего я иду. Короче, 4, смотрите, так я посмотрел по стулу, мне кажется, 7-й, там самый подозрительный, или 10-й. Что он показал? Я бы с тобой задал в ответ тебя. Но выставь, посмотрим, с кем будет перейти. У вас летняя, спасибо. Смотри, послушай, такая ситуация, как в первой игре, помнишь, твой цвет все нашли красным. Прям вообще все сказали, что это красное. В этой игре почти никто не нашел. Вот третья странная фраза в том, что он говорит, типа, выставить своего черного, будучи черным, в одной игре это сработало. Так в прошлой игре это не сработало вообще никак. Вот все уже нашли его черный. В этой, а вы говорите, что типа, в той игре сработало, не сработало. Чего вы показали, что я черный, вообще непонятно. Вы думаете, я черный? Я думаю, после этого, чтобы быть черным, чтобы вы это показали. Блин, все, витаю, вот один между... А с вами, понимаете, нет такого вот, в той игре. Да, я понимаю, я просто скажу, между 2-3 мафия. Вот давайте, у меня позиция между 2-3 мафия. Думаю, что да, 4 красная. Вот опять не уверен. Все. Вы-то показали, что я черный. 10, 4, 5, у них там хит по 10. Поэтому кто 5? 5 я пока в сторонке ставлю. Я 5 смотрю черный. Ну, не могу так сказать. Я просто скажу, что это 4 я, а против мяса себя и вот. Да, мне кажется, 1-3-4 игроки красные. Один, вот это типичная была игра за красного или за шерифа, когда он так говорит, что там давайте там выставить его. Ну, когда он один типа, короче. Поэтому я подумал, что эти красные. Два у меня рассмышления были непонятны, какие-то абсолютно странные рассмышления вот за первого игрока, мне это немножко, да, расходит. А три. Мне показалось, вот вы были в позапрошлой игре, до этого вы сидели на 4, сделали такую отсылку к РФ, вот, а сейчас вы к хирургу сделали отсылку. Вы тогда были красным, сейчас я тоже думаю, что вы могли быть красным за это. Вот, и, ну, я не знаю, мне показалось, что вы не можете быть за это красным. Вот, 4 собрала команду 1-3, поговорила вроде нормально, я бы еще подозревал 5. Вот как я объяснял, в прошлой игре у меня был этот по 5 маркер, что он атакует просто, убирает игроков и начинает так атаковать. А как бы в этой игре было 470, просто атакует без аргументов, ничего не играл, поэтому это уже 5 человек. Что вы показали? До свидания. Вот, ну я не знаю, игрок номер 6, я не расставлю без аргументов, сейчас как-то классно заберем, я не знаю. Больше красный, но он предыдущий игре был черный, заметил, у него не было вообще атаки никуда. У него были красные игроки, он был проверен красным. Вообще его не было, ни в одного человека не было атаки, ни разу. Поэтому странно, что пытаетесь как-то судить, что зрительно два правильно показывают, это может быть связано с тем, что правильно пивал 6, я не хочу говорить 6, потому что просто вот, ну, видно, что он 6 считает красным по столу. Если он мафия, да, мафия это в первую очередь замечает, и да, с самими красными. Там таким образом получается, с которыми все играют. Я думаю, что 6 просто скорее отключается какие-то свои размышления, поэтому 3. Итого, 5 я не считаю. Подозрительно, ну, 3 скорее считаю крас. Такие моменты по этим вам не совсем понравится, что он 6 показывает. 2 я снова тоже играю. То есть я играю 2, 3, 5, 6, а 1, 2, 4, 7, не считаю. Не, один может быть красный, как раз, но речь обычная, мне без разницы. Если у вас остальные, то точно красный. Да. Все. Я не говорю, что вы черный, мне без разницы. У меня просто 10 подозрительных, по сухому остатку получается 6, 7, 10. Это самые такие. 4, 6, 7, 10 это там, где самая большая количество. Вот у меня у вас тем более 10 красных, поэтому я вас не взял. Вы это не показали, когда сказали, что 10 красных. Выставляю на основании, да, 6,50, ну, выставляю рекламу 7. У меня два красных, кто там начинает такое настроение. Человека может быть вполне нормальное настроение, он достал красную карту, он в столе, и у меня два самых красных пока что, все эти команды. Три все на красняне, нет смысла против него играть, потому что два подозрительных. Один, два, три, пять, моя команда. 6, 7, 10 и 4, это против черных, пока на первый круг у меня против красных. Спасибо, игрок номер 10. Давай, пять. Будете ставать седьмым. Будете ставать седьмым, раз и так. Значит, 5-7 или половину камней, поднимаем 5-7, все обратно, ладит на стол, чтобы не разобрался, очень хорошо. Он заочно всегда разобрался, тупо шрифа ищет. Хорошо, мы пилим 5-7, вот мы встаем и этот баланс, что, уходи! Ищет шрифа, 5, точно чего, блин, 5.
оформление, вот это, вообще, это же игрока не слышал, уже это называется действие. Я разный 1, 3, 4 и 7. 1, 3, 4 и 7 моя красная команда. Если 8, 4, 6. Я плюс 5 и 10! Я не плюс. Я тоже не плюс. Я не буду отказываться от шерифа. Никто не хочет отказываться. Умеет же популяцию. Какие 3, 5, 7, половинка. Не хочет пилиться, все ломаем 5. 10 секунд. Все ломаем 5. Я не буду пилиться. Я могу быть шерифом. Понятно? Все, мы пили 5 7. Он сам указал 7. Я не пилюсь. Уже у вас время. Спасибо. Мы убираем любую жестикуляцию руководского стола. Если у нас 3 замечания. Порядок голосования. 3, 10, 7, 5. Повторяю. 3, 10, 7, 5. 3. Кто против 3? Спасибо, нету. 10. Кто против 10? Спасибо. 5 рук. 7. Кто против 7? Спасибо, нету. 5. Кто против 5? Спасибо. 5 рук. 10 и 5 рук. 10 у вас 30. Все. Ставим за подъем. Ставим за подъем. Я не шучу. Поднимаем. 5, 10. Ну все, я меня поделили уже, когда я не делюсь, меня поделили, все, я уже начал не шерить, понимаете? Все, короче, не встаю с этим игроком, потому что он лупит туда, мне кажется. Я считаю, что пятый черный, я думаю, что я отвечу, даже если будет проведен красным, я поверю, после шерифа буду играть против пятый. Буду играть, потому что этот ответ должен быть черный, все. Я не поверю, что у красных игроков будет идти. Те, которые на этом красном, они тоже черные. Спасибо, я напоминаю, жестикулировать можно только с говорящим игроком. Номер 5 у вас 30. Я думаю, он черный. И я никаких претензий, никаких потому, кто поставится в руку. Я думаю, он черный, красный, мысли такие быть не может. Еще раз, смотри, я думаю, черный 10, я думаю, что 4. Как 7. Один может предлагать оставить черный? Я думаю, что между 4-7 есть игрок черный, я думаю, что я в стол попал. 4-7-10. Они не убивают, они мы сидим! Хорошо, все, мы сидим, но 10-й черный. Мы сидим, но 10-й черный. Черный 10. Если он красный, то я его потом убирать буду. У вас время, спасибо. Мы убираем любую жестикуляцию руки вон с игрового стола. Переголосование в порядке. 10-5. Повторяю, 10-5. 10, кто против 10. Спасибо, я принимаю 5 рук. 5, кто против 5. Оставшиеся 5 рук. Фол, игрок номер 1, 2, жестикуляция запрещена, у нас еще идет голосование. Кто голосует за подъем? Спасибо. 5-6. Фол, игрок номер 7, 3. Фол, игрок номер 10, за жестикуляцию во время голосования. Какого больше? Фол, игрок номер 8, фол, игрок номер 4, у вас третье замечание. В городе наступает ночь, все надевают маски, пускают головы вниз, кладут руки на плечи. Потом объясню это.
Я помню, что у игроков 4, 5, 7 по 3 замечания, нет речи на футболу, и какие 1 и 8 у вас по 2 замечания, и какие у вас 3 замечания, и какие 2 и 10 у вас по 2 замечания. Пробный правил открывает ваши 7. Принято 7. А, ну смотрите, я считаю, что первый, наверное, 20 получает, теперь подстрафовал, не дал команде 10, да? То есть можно хотя бы команду 1-10 вместе, но 1-10 это невозможно, потому что мы вам 10. Поэтому 1 красный, 10 красный, 7 черный. Вот, поэтому 1 у меня точно черный. Не знаю, чем правило, тихо, 9 такой был красный. 1-7-10 не могут быть черными. Ну, поэтому 1-10 вместе красные. 7 сломал 10. Я это говорю сейчас, в чем проблема? Я говорю, что вы можете быть черным только вместе с 10, но вы не можете быть вместе с 10, потому что 7 ломал в 10. Поэтому 1-10 точно красные. 7 черных. 9, 8, например, я знаю, 9 был супер красный. Меня 8 назвал очень красным, мне это понравилось. Но 8, я только желал поднять. Я а мы сейчас смотрим, потому что 10 красный. Короче, не знаю. 8 получается, скорее черный, потому что в третьих подъехать 10, и сейчас у них получается черный. 7 будет тоже 5, я понимаю. Ну, получается какая-то... 5 секунд. Между 3, 7, 8 получается. У вас время, спасибо, что помните. Так, я понял, ладно. Я потом точно говорю 8, я думаю, 8 черных. Нетипичная речь, он не может ничего предложить. Он сказал аргумент по пятому, который особо не ликвиден. Мы не играем черными одинаковые игры, мы стараемся что-то сделать. Допустим, если 5 черный, он окрасняется тем, что хочет встать с 10. Хотя он видит, что первый до этого показывает, что 5-10 сидят. И все смотрят на первого, никто не поставит руку за подъем. Если первый сказал, что первый сидит, он может быть красным, он назвали красным, никто не поставит руку за подъем. Поэтому я подозреваю 8. Уйдут 5, 7, 8, потому что 7 не добил 5, правильно? Уйдут игроки 5, 7, 8, что? 7 сломал 10. Вы поставили руку, он не поставил. 5 секунд. Ладно, хорошо, давайте уйдем 7, 8, дальше будем. У вас две мяска сегодня. Игрок номер 4, можете выставить кандидатуру. Игрок номер 5. Принято 10. Игрок номер 7, можете выставить кандидатуру. Выставляем игрока номер 9. Номер 2 фута. Принято 9. Игрок номер 8, ваш номер. Давайте. Я же думаю, что все пускай сидит. Значит, предположим, команда 7-8. 7. В моей голове, когда я черный, 7 не ломает. Я же не знаю, его мысли правильно. 7 ломает. Мне выгодно оставить 5-10 со столом, если они оба красные? Я вас спрашиваю, потому что вся команда типа должны быть красными. Сейчас проверим, красным или нет. Я могу быть черным в этой игре? Ну каким образом? Флэш, если вы красный, но хотите засейвить двух красных игроков, которые будут играть против друг друга, ты понимаешь, что 10 стал красным от того, что 7 сломал? До этого он не был красным. До этого они сидели бы и убили бы. И кто-то из красных играл против кого-то из них. Не было бы версии, что они оба красные. Даже если они оба красные, это супер выгодно их поднять. Тот, кто хочет оставить, тот черный. Это вы. Тот, кто хочет поднять, это красный. Это я. Дальше я сказал 6, он красный, достоверно знает. Против 7. 7 черных, достоверно знает. Флэш стал 6, 7, 8. Черные игроки. Поэтому сейчас двигалось. Спасибо. Выдайте остров. Просто остров шрифу. Выстрел 7. Выстрел 7. Сказал, что 7 точно черный. 5-10. Оба красных игрока, не трогали, просто успокоились и играли вместе, просто помирились и играли. Черная команда 3-4-7. Черная команда 3-4-7. Два точно красных, один точно красный, 7 апликулации на 6, он проверил 9, 5-10 точно черный, 3-4-7. Черная команда в этой игре 3-4-7. Просто меня сейчас стрелять, я буду кричать, 3-4-7 в любом порядке уходит. 3-4-7. Не трогай 5, не трогай 10. Спасибо. Умейте жестикуляться. Игрок номер 10 ваше. Смотрите, я напомнил с пятым, хотел старт, помните? Я говорю, давайте мы встанем сейчас, потому что я его цвет не отпущу. Я буду все время его подозревать, даже если его ушли. Игрок номер 7, умейте жестикуляться. После этого седьмой игрок ничего не лучше не придумал, как просто сломать десятку. Он не хотел пойдем 5-10, потому что пятый с ним черный. Все сходится. И в пятый сказал, сели черные заочно, а он еще ничего не делал. Как он нашел новый цвет? Ну, все сходится, потому что 5-7-8 команда. Сейчас вы думаете 3-4-7, а кто это будет вообще? 3-4. Может это нам 2 потеряли, если так опасно. Я так опасно не вижу. Знаете, он не мог, он должен был вас убить, а он не мог добить.
ты же все делаешь. А в Москве мясо, спасибо. Так, выпить и обычно голосовать. Почему ты ставишь? Я не знаю, сейчас я потому что я думаю, черный 6, 7, 8. Когда вы поднимете 5 и 10, все поставят кроме меня. 8 навешает лапшу всем, чтобы в 5 и 10 была магия. Не считали друг друга черными. Единственный, кто не поставлю я, потому что А, либо меня убили, я хочу, чтобы у меня был лучше тут, либо Б, я просто не уверен, что вы сможете выбрать шерифа с моей проверкой. И просто были на меня напрягли, как это часто бывает. Поэтому я оставлял. Сейчас 6 красных. Ну нафиг. Мне кажется, 3 красных. Возможно, вы тоже красные. Я не подозреваю. Я спросил у тебя, я оставляю 5. 10 точно красных. Ну смотрите, 5 только что показал мафия, 1 через 10. Третьему показал мафия, 1 через 10. Ну, 7 ломал 10. Я подстраховал, мяс, спасибо. Мы убираем любую шесть, убираем сколько вот сыграл слова, не знаю, какие 4, 5, 7, у вас по 3 балла. Порядок голосования 7, 10, 9, 3, 5. Повторяю, 7, 10, 9, 3, 5. 7, кто против 7? Спасибо, принимаю 4 голоса. 10, кто против 10? Спасибо, принимаю 1 голос. 9, кто против 9? Спасибо, 1 голос. 3, кто против 3? Спасибо, принимаю 1 голос. 5, кто против 5? Спасибо, принимаю 3 голоса. Озвучу комментарий. Вы такой, вы пытались прикрыть этого 6, у 6 же такой шериф, алло. Он же 4-5 не будем разбираться. Просто скажи сам шериф. Вот, сейчас моя мафия убьет игрока номер. Да сейчас мафия убьет игрока номер 1, против игрока номер 1 игры не будет. Сейчас мафия стреляет игрока номер 1, потом моя мафия убивает игрока номер 10. После этого игрока номер 10. Если он будет угадать, например. Но я думаю, что будет 2 в 2 после того, как умрет 1, потом 9. Сейчас моя мафия убивает игрока номер 1. Я провожу точно. Вот как мы прощаемся с игроком номер 7, город не наступает. Ночь. Все надевают маски, все как долго не сходят в руки на пыль. Спасибо. Так, давайте разбираться.
теоретически ломал игрока на 10, потому что 8 очень сильно хотел игроков 5 и 10 поднять, и он боялся, что это будет 5 и 10, а 7 не останется. Mm-hmm. Смотрите, три красных, есть завещание. 8 обращается, надо, во-первых, кричать. Я имела право вас подозревать, несмотря на то, что вы назвали красную, красную, мафию, мафию, потому что я подозревала игрока номер 5. За то, что он стал 4, 7, 10 в мафии, я серьезно продолжала рассматривать 4, 10 в мафии, когда я прошивала 10. И он продолжает принципиально голосовать в 10. Поэтому я просила прятку 8 за цвета 5, а не из-за того, чтобы правильно акценты расставили в руках 6 и 7. Я в предыдущей игре так не возмущалась, когда у меня были очевидные аргументы, почему обратно. У вас такие же. У вас мясо свое, да? Чтобы 10. Значит, вам хочу сказать, вспомнить. 10. Я буду в него лупить красную. Я все равно буду лупить. И в следующих играх тоже буду лупить. Слушайте внимательно. Просто там, объясните им, слушайте меня. Вы седьмого выставили по чьей просьбе? По моей. Я сказал, седьмой черный. После речи, седьмой черный. А мне все равно, он не понимает. Он говорит, 5-7 черный. И эти двое хотят снять 5. Поэтому я буду лупить в него. Потому что он говорит, 4 красных, я сумму, что назвала красным. Этого оставили красным, он решил снять меня. Когда я сказал, он точно красный, он решил, что я черный. Без того, чтобы в 2 играть непонятно. Он решил играть, я убери руки от меня. Еще раз, понятно объясняю? Я голосую в 10, я сдался, я черный, непонятно уже, непонятно, все сдался. Я просто объясняю, объяснил по-нормальному, что я сказал, что седьмой, я же не против был седьмым перейти тоже. Я сказал, 5-7, пожалуйста. Я сказал, что я сыграл против 7 и 10, и его подсказали, что они не хотят вставать. Он же и говорил, что он шериф, что он хочет перейти. Что он шериф? Он же перейти. Когда ты сейчас прекрасный? Как это было? От этого зависит мой цвет. Никто же не будет рассматривать команду 5-7-8. Отстань. В целом мне будет рассматривать команду 5-7-8. Если пятый черный, я точно красный. Красный флэш. Почему? Потому что вы хотите встать. Вы готовы поставить руки за свой подъем. Красный флэш кричит, вы остаетесь. Я становлюсь подозрительным, но говорю, нет, они встанут. Я хочу поднять свою мафию. Потом проверится флэш или убьется флэш, или я проверюсь. У меня нет. Зачем мне этот ход? Ход, зачем мне этот? Мне не нужен этот ход. Значит, меня вы не голосуете в этой игре. А я буду выбирать, кого голосовать. Три по завещанию. Ваше завещание можно ошибиться, как вы видели, особенно по три. По три завещания не всегда попадает. Заметьте? Понятно, что сейчас 5 проголосуется. А потом, ну, он что все равно? Завещание 2-5. Мяс, спасибо, я буду не делать. Я попытался сделать еще мог, вы будете 10 голосовать. Ну, тут без шансов, здесь точно красный, но он 70 на голосование.
между 3 и на глубочке кратцию вот минуты 2. У вас мягко, спасибо. Мы играем лучше стимуляцию вопроса голосования. На количестве 5 поставили слова. Порядок голосования 5, 10, повторяю, 5, 10, 5, против 5. Спасибо, слышу. Хотел поднять 10 и 5, когда вы все сидели втроем и молчали.
Я вылез на стол, получал фалы и кричал, что нет, мы поднимем 10 и 5, потому что они шерифа, и они хотят друг друга поднять. 10. Если мы их поднимаем, 5 ценой мафия, проверяется один, проверяешь я, у меня один раз сыграно, мне никто не поверит, поставляю 3. Мы выдадим 3-2, я не против. Я хочу конкретно начать с 3. Мяч, спасибо, игрок на мяч 10. Вставляю 8. Принято 8. Ну, смотрите. Вы что-то говорите, третьего оставил первый классный. Было такое дело? Было. Вот, так, что там было еще? Первый заочно выставил третьего. Я хотел 3-3-5. Третий не хотел, такого попила, сказал, что посидит. Это было, малыш. А я тоже подорос, я тоже посижу, не буду перейти с седьмым. Ну, просто же вы показываете, что вы посидите. Ну, я не знаю, мне кажется, что... Мне кажется, что восьмой черный просто. Все просто. И пятый стал второго красным. Я думаю, что надо голосовать восемь. Два стали красные. Но я не вижу ни одного черного хода от игрока номер два. Восьмой я сыграл, по-моему, с пятым. Я не помню его. Я с пятым сыграл. Против, по-моему, семь. Я бы восемь голосовал. Но сейчас не видно. У вас время. Мяс, спасибо. Игрок номер два. Выставляю 3, выставляю 4, выставляю 8, выставляю 10. Принято 4. Нет, пишет спекуляцию. Короче, я 3-4, я почему я вам что-то объясняю, потому что у вас оставили там типа самый красный, но брать бэгет лучше себя самый красный. Мне почему 8 кажется черный, потому что когда на речи 7 он сказал какую-то ерунду, там он сыграл с позиции 5 против 5, что такое, я вынес, показал, что 7 точно черный, и 8 показал, что 2 красный. Зачем 8-му, если он 7-8 команды, зачем 8 показывает, что я красный, когда я против дома сыграл, зачем ему это? То есть команды 2-7-8 нету, правильно? Нету. И зачем, когда он влазит на стол, показывает, что я красный, сказал, что всего 7-го. Это странно. Поэтому у меня 8 не в приоритете, у меня между 3-4 есть мафия. Где с позиции гармонии, да, можно послать 2, потому что типа куда их дробить, я помню, там нет. Но почему третий красный, мне непонятно. Честно, мне непонятно, почему третий. Давайте вы хоть раз сыграете, от того, что я красный, я хочу выиграть черного. Второй фол. Вы не 3. Mm-hmm. Не знаю, я послушаю, что 3-4, но спрашиваю, что у меня в приоритете 3. Я сказал, что 3 красный. Смотрите, я сейчас против восьмого наступил столько аргументов, что он просто уйдет сейчас. По нулю игрок номер 8 играет с игроками 3-5. Во-первых, он вам объясняет такой шикарный аргумент, что он сейчас против кого-то играет, а когда он проверен красным. И вот сейчас он чисто красный. Мне смысл играть против восьмого, он играет с двумя мафами 3-5. Мы же играем от того, что 5 черный, правильно? Он играет с 3-5, 8. Я его, если ему штаны, я его поцелую, голую попу, понимаете? Выставляю игрока номер 2. Второй, зачем? Если команда 2-3, команда 2-3, вы же рассчитываете. Ну, рассматривайте, он играет 8 красных, давайте снимем 3. Уходит только игроки 2-8. Я проиграл уже четвертому игроку. Он говорит, вот мне все равно, того мне же 8 снимать. Смотри, нет, 10-й точно красный. 2-3, ты рассматриваешь, что мало, он снимает, ну, 8. Все, побрили. Если 2-4 вместе игроки черные, все. Мы забыли, он будет орать. У вас приехал. Мяс, спасибо. Мы играем любую же спекуляцию пилотского стола, напоминаю, как мы все его стихова. Порядок голосования 2-3-8-4. Повторяю, 2-3-8-4. 2, кто против 2. Спасибо, одна рука. 3, кто против 3. Спасибо, 3 руки. Кто что там? А во что он играет? Куда он играет? Во что он играет? Ну ладно, нет, ну мы его не вижу, совсем ломаю 10, пожалуйста. А из-за кого их они выпьют? Ну, полицейский, успокойся, пожалуйста, успокойся. Игра уже не выиграла. Ну, третий фол, да. Можно было снять второго, но выкладайте все равно, вы уже 3-8 было. Ну ладно, ну. Ну, глупо проиграли, на самом деле, это... Че, он седьмой хорошо сориентировался, молодец. Здесь все, обратно с победой. Предыдущую игру я понятно. Почему я читал вещи специально? Я показал, что ты не умеешь, малыш. Я буду 20 на математике. Я не умею.